Главный пивной фестиваль планеты открылся в Германии. Знаменитый Октоберфест в этом году проходит в Мюнхене в 182-й раз. Традиционно отмечать праздник будут 2 недели. Представляют свою продукцию 6 крупнейших мюнхенских пивоварен. Кружка пенного в этом году стоит дороже – 10 евро 40 центов за литр. В 2 раза выше цена за экологически чистое биопиво. Но, несмотря на это, палатки с бочками были переполнены туристами еще до открытия. Порядка 400 тысяч гостей только в первый день. Всего на Октоберфест ожидают 6 миллионов посетителей. Впервые Германия планирует выручить с мероприятия 1 миллиард евро. Мы желаем, чтобы это был мирный фестиваль, особенно в этом году. Это залог хорошего праздника и настроения. Мы приглашаем всех на наш фестиваль и хотим открыть Мюнхен для туристов со всех сторон.